Здравствуйте, это Рогозина Татьяна с игрушкой, шнуровкой домик. Ну, вот такой вот сказочный домик. Как с ним играть? У него есть дверца. Дверца у нас открывается и отстегивается. У него есть дно. Дно пришнуровано к стеночке. Сам домик собран точно так же в виде шнуровки. Крыша вместе с чердаком тоже пришнурована. И имеется еще дно крыши. То есть верхней частью тоже можно играть отдельно, без нижней части. То есть это может быть норка какого-нибудь зверька. Может быть, давайте расшнуруем наш домик и посмотрим, что там внутри. Нижний шнурочек снимаем. Шнурочки можно разные сюда. Менять шнурочки по толщине. Так, вот оно дно. Теперь отшнуровываем верхнюю часть. Вот он, верхний домик. Если пришнуровать, это будет самостоятельная отдельная игрушка, такой или шалашик, или норка, в зависимости от фантазии вашего ребенка. Расшнуровываем эту часть. Получаем другой вариант крыши. Можно ее вот так вот вывернуть. Зимний и летний вариант крыши. И расшнуровываем наше основание домика. Стены наши. И получаем развертку квартиры с крышей, с мебелью, с окошком, со шторкой, которую тоже можно приставить, и чтобы маленькие куколки как-то проводили тут свою жизнь. И обратно точно так же собираем этот домик с помощью наших шнуровочек. Шнуровать можно по-разному, можно крестиком, можно ровненько, можно разные толщины шнурочков выбирать, кому как больше нравится. Спасибо. Меня зовут Рогозина Татьяна, и это мой домик. До свидания.